Может мне делать зарисовки, а сейчас все будет, братан. У Эйзенхорна подсмотрел, да? Думаешь, у меня так уже будет? У него зарисовки еле собирает раз через раз. Бля, какая красота, ё-моё. Сколько мне лет? Ну, почти 20, да. Бля, как красиво. Как будто бы в Assassin's Creed 3 попал. О, бля. Господи, мапперские оргазмы. О, да. О, бля. Ох. Ё-моё. На ультрах это играть вообще хуйня. У меня ж полные ультры стоят. А чё сглаживание не максимальное? Так, а, мы обороняться должны, блин. Чёрт. А что мы можем? Ничего мы не можем. Прикол сказать? Ну, скажи. Скажи прикол. Так, луки быстро перезаряжаются. Ящ. Так, хочу на холм. Так, на том берегу. Это чё, Death Stranding? Чё так круто-то, а? Блядь. Это ж не оригинальная вода. Дебил я. Блин, у меня, да, у меня картинка зависла. Простите, извините. Я тут оргазмирую, а вы ни хрена не видите. Да. Ой, теперь у меня игра зависла. Не зависла. О, короче. Гляди нахер. Так, давай я на паузе покажу. Это божественно. Это богоподобно. Это прекрасно. Тут я вообще такой, ну реально Death Stranding? Не, какая ваниль? Не, хуй там. Я такой воды в жизни не видел в ваниль. Такой голубой воды я не видел. Нигде и никогда. Так, ну давай вперед выдвигаться. Мие. Так, тут что-нибудь залутать можно? Так. Я у себя в деревне ничего не вижу. Есть в редакторе? А, ты утверждаешь то, что это ванильное? Что это такое? Что тут, украинская разведка, да? Ага. А, это горные ашулы. She. Ну окей. Бля, у меня аж подлагивает. Lel. Так, ну вы идите на ту сторону. Lel. Биноклики есть? Нихера нету. Ну пошли куда-то вперед. Так, нас не поймали, значит тут как She. Никого и нету. Заказал карту. Да конечно, англоязычные. Ля! А, вот где они с другой стороны реки. А я туда пошел. Ой, и там они. Кажется, они там кого-то убивают. Так, аккуратненько, разведка. Там поляки и итальянцы. Ну, блин. Я Valor не очень-то люблю. Так, давай с луками и с низинки закидывать. В смысле, вы что, с томагавками?
Блин, проблема в том еще, что я... Вы куда весь свой лут подевали? Вы чё, где-то его прососа... О, бля. Ебать, братская могила. Блин, кажется, я просрал миссию. Блин, они все ближнебойные. Как их убивать-то? Ну да, только в ближнях. Так. За Казахстан и в бан попасть можно. Точнее, за спам. Блин, как его пройти-то? Ни хрена ж непонятно. Мне тут половина ближнебойников. Почему у него два этих? Почему у него было два выстрела? Почему он два выстрела смог сделать? Короче, я пошел. Я себе захватываю нефтеперерабатывающую вот эту хрень. Це моє. Блин, чё ты так долго перезаряжаешься, ты дурак? Лучник долбанный. Это чё, рикошет стрелы был? Понятно. Ну тут нам полная жопа. Заново. Я не понимаю, куда мне идти. Мне не дали бинокль, я английский не понимаю. Чего написано? Оборону сначала замути. Чем? Брустверами? Ау. Да, дай пропустить. Пожалуйста. Так. Очинчик рваного очка. О, у меня реально что-то есть. Нахера мне эти рогаты? Нужно их обойти где-то. Давай сюда. Уходим. Бля, можно не писать на английском, пожалуйста? I don't понимать вас. На самом деле, этой картой нужно не восхваляться, ой, не... Нужно просто ее запустить в редакторе и разложить по деталям. Вот, например, вот эта охрененная гора, вот из чего она состоит? Вот из чего это все состоит? Просто разложить по деталям и понять. враги нашли нас. Уходим. Так, Чингачкук, шепчущие ветра, ты где там? Где вы там? Есть. Так, вот они. Зайдем-ка сзади и сверху, как-то вот так вот. О, хорошее место.
Так, ну лучники тут могут что-то делать. Капец там шквал. Просто шквальный огонь. Так, просто все сваливаем. Да, это тебе не просто так. Может, реально в редакторе запустить и посмотреть, что там происходит? Какую-то миссию просрал. Ну окей, спускаемся. Может, тут у нас волки найдутся. Мы вообще их убиваем там? Но... ну, немножко есть. Ой, я ж думаю, тут должна быть какая-то охрана. Блин, как они так легко перезаряжаются? Может, сначала нужно было отвлечь их сзади? Да, нужно было их сначала отвлечь сзади. Тут мортира, правда, она неэффективная. Так, слушайте, ребят, наступаем. Наступление. Хрена себе, что тут происходит. Просто секс. Причем мы не очень актив. Забить! Чисто отряд рукопашников, только у них нет механики ближняка нормального. Блин, а что там, перемерли? А, вот мы. Чего? Мы не можем это захватить? Да почему? Весь секс был в этом. Взять и захватить. Что мне теперь остается? Ну, я попал стрелой. Блин, так она там не убивает. Даже с двух выстрелов. Нужен третий. Ну вот, меня прибили. А, у меня винчестер. Ну, типа, все. Я поиграл. Так, ладно, давай в редакторе посмотрим, заодно посмотрим, сколько врагов, где они, и ландшафтом повосхваляемся получше. Ну, а по поводу заказа, ребята, это англоязычные, вряд ли там так легко получится. Да и цены у них будут англоязычные. Так. Бля, кто-нибудь, подарите мне Баннерлорд, пожалуйста. Еще пару игр. Вот все, что у меня есть в этом... в списке желаемым. Ну, ответь, что ответь. А, какую в субботу будет игра? В субботу мы будем с Ваньком и рандомными чуваками, которые захотят с нами поиграть, играть в... ну, вот это, в Bones American, в морскую карту и 2 на 2 просто там пехоткой. Так, скриншоты, видео, инвентарь, игры. А как посмотреть список желаемых? Вот. Где ты? Ну, вот еще No Lactor, ну, по скидке, потому что цена конская. И вот этот Hold Fast можно. Да, если не сложно. Так, а что за Other? Не знаю я таких. Single. Блин, нужно было название посмотреть сначала. Это ж не оно. Продажное воскресенье? В смысле продажное? Типа я как... а, не, это оно. Я как шлюха буду что-то такое делать для вас. Что это за красные кубы? Что это? Что это? Давай.
А что за SSR? Что это за игра? Баннерлорд еще не вышел. В тот же день, что Баннерлорд выходит, выходит ЗБТ этого. Как его? О, Man of Arkle 2. Да. Так, а ну-ка. Ну, клип камера позишн выключена. Бля, как вы это делаете? Наверное, просто увеличенный камень какой-то. Нет. Вы хотите сказать, что это ландшафт? Серьезно? А, я не могу через F3 тут сейчас ландшафт. Ландшафтом баловаться. Опа, я что-то смог цепануть. О, ебать. Серьезно? Что это за красная хрень? The Big Board. А, может это... это ограничители. Это ограничители прохода. Да. Это невидимые ограничители. Чтобы не лазили. Очень странный вариант. Так. О, вот она. Стоп, что? Так, а как его уменьшить? Я забыл. Ну, это чисто маперская хрень для конкретной этой миссии. Одной текстурой это сделать. Блин, я забыл, какой кнопкой увеличивать? По идее, я его сейчас увеличиваю. Да, я его увеличиваю. Просто я на белом фоне, поэтому этого не видно. Да. А, не, я меняю высоту ему. Ну вот. Теперь я его уменьшил. Теперь его почти что нет. Где он? А, я его увеличил! Чёрт! 0.1. Чего? А, ну да, теперь он вот такой вот. Так, ладно, возвращаемся к нашим баранам. Наполеоник Варс, похоже, я же показывал, у меня в списке желаемых в Стиме. Похоже на Наполеоник Варс. Так, а теперь? Теперь самое интересное. Ай, черт. У меня ж... Господи, у меня управление стримом на те же кнопки, что и изменение этих пацанов. Ну-ка, мне нужно схватить кого-то из этих членососов. Я не могу. Ну-ка. А, все, схватил. Каким вы плеером играете, ребят? Вы какой плеер? Второй, это зеленый. Ага. У меня на двойку, кстати, запись. Так что да. Так, посмотрим. Го-квест, какой квест? Многостволки. Ну-ка. Нормально. Артиллери. И еще и тут. То есть тут две горы. Йо. 12-миллиметровка. Или сантиметровка. 12-пудовка. Блин, я забыл, как его. Какое там обозначение. Блин, я же заходил отсюда, тут никого особо не было. Мне дали ёбки вот эти парни. А, ну, у них винчестеры. Ну, это линейная пехота, да, у них... У них, кстати, перезарядка нормальная. Ты белорус? Не, я украинец. Слушай, нормально у них перезарядка, но винчестеры это просто смерть. Да уж. Даже не знаю, как такое убивать. Я тебя не понимаю, потому что ты очень криво написал. О, это что такое? Это какой-то альтернативный гатлинг? Блин, такого даже не видел. С величной обоймой. Прикольно.
Так, где там эти обычные гатлинги? Где обычный гатлинг? Бля, где он? Где тут? А, вот, вот, вот. И это пушка. Да, вот это нормальный гатлинг. Фоги, давай это не будем, окей, да? Ну это, конечно, да. Это какая-то роторка уже. Тут еще народ. Чё это делаете? Нахуя это все? Бля, тут вообще... Ой-ё. Целая крепость. Ну да, ну да, неплохо. Красиво, на самом деле. Так, кстати. Кстати, о красоте. Ну-ка. Попробуем разложить на куски это добро. Ага. Ага, так. Слой камушков. А, то есть это просто текстура. У них просто вот такие вот крутецкие текстуры есть. Вот оно шо. Ну-ка. Вот она вот такая вот текстура. Ну понятно, с такой текстурой что угодно красиво будет выглядеть. Положил такую текстуру, между ней траву. Вот. И все. Там не накидал, и молодца. Вот, ну, у них тут целая... Ну, целая пачка камней. Молодца. Блин, интересные камушки, на самом деле. А, ни хрена себе, целое поле камушков. Нормально он. Прям хорошо он. Привет, Анют. Так, ладно, давай вернемся, точнее, вернемся, а начнем ультранасилие. Так, ну я думаю, тут мы закончили. Ну, ничего не меняем. Ничего. И идем за ультранасилием. У меня, кстати, альт отлагал. Теперь у меня все хорошо.